хочу сказать по Навальному, ему 9 лет строгого написали. Ну, сейчас, если меня кто-то спросит, сколько, вот что у Путина в голове и сколько лет Путин хочет еще сидеть на своем посту. Отгадайте с одного раза, я вам отвечу, 9 лет. 9 лет получил Навальный. Как у него там хорошая фраза была, путинских халуев черти будут жарить в аду. Вот это он хорошо сказал, конечно. И вот, когда вышли адвокаты, и люди, даже Милов это, возмущался, что такое, их сразу арестовали. А мне до того знакомая картина, они попытались журналистам сказать, что происходило. Стоит пес и в ухо им сзади орет в рупор: «Разойдитесь немедленно, вы создаете помехи». Это я сразу узнаю себя вот здесь. И им не хватало только еще Бетховена, машину подогнать, большой рупор, и Бетховена включить, чтобы все глохли. Не дали им, схватили, затащили в автобус. Милов потом это, говорит, не понимаю почему, их потом отпустили. Ну ясно все, их утащили, пока журналисты разошлись, и адвокатов отпустили. То есть даже не дают сказать, что произошло. Да, правильно, сидеть Навальному до конца войны. Спецоперация. Ну, по-вашему, спецоперация, по-нашему. По-нашему, да. В связи с судом, как проходил суд у Навального, что ожидает Сергея Фургала? То же самое, абсолютно. А я давно уже говорил, с Навальным расправятся, расправятся с Фургалом. Честно говоря, я вот так это, рад, что ему дали именно 9 лет. Если бы ему дали 4 года или 5, я бы боялся, что их умертвят просто в колонии. А 9 это будет, что будет. То есть есть шанс, по крайней мере, дождаться победы. И ему, и Фургалу.